Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами, актерами и их автобиографией. Джильда Дарти, французская актриса. Родилась в 1878 году, данные я беру из Википедии переводной. Была актрисой парижской сцены, носила костюм от Пакуина Редферна и была популярным объектом модных репортажей, фотографий и открыток. Жак-Эмиль Бланш нарисовал портрет Дарти, держащий руку на бедре, в шляпе со множеством больших перьев. В 1910 году она была объявлена пассажиром рейса из Алжира в Тимбукту, чтобы помочь популяризировать новое французское воздушное сообщение через пустыню Сахара. Во время Первой мировой войны Дарти была одной из французских актрис, изображавших «La Patrie», олицетворение Франции. В 1916 году она дебютировала в Америке в «Железном мастере» Жоржа Анетта, в котором «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что она обладала необычайной эмоциональной силой и прекрасным голосом, который является одним из ее величайших достоинств. Ее также видели в Нью-Йорке в 1917 году в главной роли Сафо и Рафали Генри Бернштейна. Пока она была в Соединенных Штатах, она появлялась на благотворительных мероприятиях в поддержку сражавшихся в войне. Помимо своих актерских и модных ролей, Дарти часто попадала в заголовки газет из-за личных скандалов. Дарти умерла в 1952 году. Изысканная кровать, которой она когда-то владела, позже принадлежала Карлу Лагерфельду и в настоящее время находится в коллекции музея Гетти, как образец французской литературы. А-ля Полонез 18 века. Вот все, что написано в интернете, в Википедии о французской актрисе Джильде Дарти. Смотрим фотографии. Пока-пока, до свидания.